Команда лицея номер 39 стала победителем республиканского турнира по шахматам «Белая ладья». Соревнования прошли в 37-й школе города Махачкалы. Благодаря победе команда завоевала путевку в Сочи. Там с 1 по 10 июня пройдет финальный этап этих всероссийских соревнований. В турнире приняли участие еще 5 команд. Представляли они город Дербент, а также дружины из Докузбаринского, Магарамкентского, Ногайского и Хасаюртовского районов.